Посещение мест захоронения активистов ВЛКСМ «Арзамаса-16» для ветеранов этого движения – традиция давняя и к празднованию столетней даты имеет косвенное отношение. Дань памяти своим товарищам и друзьям для участников процессии – не обязанность, а душевная потребность. Они действительно внесли огромный вклад, ну, я бы сказал, даже не просто в жизнь комсомольской организации, а в жизнь города, потому что комсомол – это ударные комсомольские стройки, это субботники, это строительство важных объектов, это крупные мероприятия. По словам Игоря Коченкова, комсомол – это часть жизни движения, в котором тебя окружали не просто друзья, а единомышленники. С особой теплотой участники церемонии вспоминают одну из легендарных комсомольских активисток нашего города – Любовь Яковлевну Пахарькову. Для нас… человеком номер один в памяти, скажем так, все-таки это Любовь Яковлевна Пахарькова, которая прожила короткую очень жизнь, но она оставила неизгладимый след. Сегодня участники церемонии возложения цветов почтили память 20 своих единомышленников, делегатов съездов разных лет, руководителей городской комсомольской организации и просто активистов, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и страны. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.